Schwiegermutter. Dazu gehören Texte, in denen Frauen immer bestimmte Rollen spielen oder irgendwelche sexistischen Witze. Das jetzt nur, also gut, zu den politischen Praktiken, die ich meinte, gehören zum Beispiel Gesundheits- oder bildungspolitische Maßnahmen. Die Erkenntnis, dass Männer Frauen kontrollieren, indem sie ihnen bestimmte... Entschuldigung. Also die Erkenntnis, dass Männer Frauen kontrollieren, indem sie ihnen bestimmte antimännliche Eigenschaften zuschreiben, geht auf die französische Philosophin Simone de Beauvoir zurück. Jetzt bräuchte ich das nächste Bild. Genau, hier ist es. Sie hat mit ihrem Buch Das zweite Geschlecht den Urtext des modernen westlichen Feminismus geschrieben. Schon im Titel steckt die Grundthese, Individualität heraus zu einer Gruppe zu denken, die sowohl betroffen war von diesen Mechanismen, als auch aktiv werden konnte, also zusammenarbeiten konnte, sich zusammen wehren konnte. Und jetzt kommt aber auch schon unser erstes Problem. Denn obwohl es eigentlich darum gehen sollte, jede Frau das Tragen des Kopftuchs möglicherweise sogar als Akt des Widerstands interpretieren. Oder, was ist mit Frauen, die es für diskutabel oder auch völlig legitim halten, Sex als selbstbestimmte Arbeit zu verrichten und damit Geld zu verdienen? Oder Frauen, für die Kinder eben nicht eine Belastung, sondern ein sehnlicher Wunsch sind, den sie sich nicht erfüllen können? Vor ungefähr einem Jahr auf einer großen Konferenz, einer feministischen Konferenz in Berlin, und hörte dort den Vortrag einer feministischen Juristin. Und die forderte, dass man den Begriff Mutter как бы созвучно той феминистской повестке, которая существует в России, и все вот эти вот проблемы, связанные с отношением к чужим, да, и тут вот это очень интересное, ну, в общем-то, логичное сравнение женщин и мигрантов в плане того, что те и другие являются чужими в нашем обществе, в смысле, которые принадлежат миноритарной группе, чьи права угнетаются де-факто. И что касается, собственно говоря, противоречий внутри феминистского сообщества, в России, ну, наверное, действительно какие-то международные процессы и какие-то ключевые точки раздора, ну, точки этих противоречий именно связаны вот как с секс-работой, так и с темой, связанной с миграцией. И вот мне хочется спросить, как бы, ну, месседж Мередит понятен, да, что как бы нельзя искать образа врага и пытаться свалить на какую-то одну конкретную группу социальную, да, все проблемы общества, как-то, например, мигранты, которые являются очень удобной социальной группой для вот того, чтобы делать из них козлов отпущения каких-то общественных проблем, надо как бы искать корни проблемы в самой системе общественных отношений и, в общем-то, во всем мире проблема сексизма и гендерного доминирования не решена. Вот мне просто интересно узнать, Мередит сказала, что был выпущен манифест, вот мы о нем знаем, а какие еще инициативы, вот феминистские, такие низовые или, может быть, институциональные, в которых она сама лично приняла участие вот, в последнее время? Центр, Московский центр помощи пережившим сексуальное насилие «Сестры». И у нас есть, что сказать по затронутой в данном выступлении проблеме. Прежде всего, нужно понимать, что существующая общественная ситуация, когда очень много внимания уделяется проблеме сексуального насилия, она нам показывает, точнее, не то, что возникают новые виды сексуального насилия. Просто мы начинаем глубже и более основательно понимать то, что происходило всегда. Я имею в виду сексуальное насилие как орудие военных конфликтов и вообще конфликтов. Международный уголовный суд ООН уже рассмотрел большое количество
уголовных дел, где сексуальное насилие в войне было признано преступлением против человечности, и высокопоставленные чиновники стран признаны виновными именно в этом. Но также сексуальное насилие проявляется практически в любых видах вооруженных конфликтов. Очень много материалов собрано по конфликту в Южном Судане, о сексуальном насилии в качестве стратегии и тактики ИГИЛ. Не знаю, как правильно оговориться. Запрещенный, в общем. Но при этом нужно понимать, что это не новое явление, и это было всегда. Этим грешили все войны, все вооруженные конфликты, видимо, начиная с древности. И это и конфликт в Югославии, и Вторая мировая война с обеих сторон. Вьетнамские войны, любые конфликты сопровождаются сексуальным насилием. И сексуальное насилие – это не вопрос национальности, вопрос стороны конфликта, это вопрос власти и контроля. Через сексуальное насилие устанавливается власть, совершаются попытки установить эту власть, показать, кто владеет данной территорией или данной женщиной. В этом смысле не являются единственными пострадавшими, пережившими сексуальное насилие. Используются также дети, мужчины и, естественно, люди трансгендерные, транссексуальные. У насильников нет национальности, и это общая человеческая проблема, связанная с патриархальной культурой, культурой насилия. И в этом смысле, обсуждая конкретную часть проблемы сексуального насилия, не надо забывать, что насилие, которое совершают незнакомцы, составляет меньшую часть в общем спектре сексуального насилия вообще, и изнасилований в частности. Так говорит мировая статистика и говорит статистика нашего центра, что большинство сексуального насилия совершают знакомые люди. Незнакомцы – это меньшая часть. Однако именно насилие, совершенное незнакомцами, признается как истинное насилие, истинное изнасилование. Это пострадавшая женщина, насильник незнакомец. И такие случаи, они как раз вызывают больше сочувствия, больше участия, в том числе со стороны правоохранительных органов и СМИ. И мы в этом смысле видим как раз эту ситуацию. СМИ получили идеальную картинку, которая совпадает с общественным представлением об этой проблеме. И эта картинка пошла очень распространилась и получила всеобщее одобрение. Конечно, нельзя говорить, что какое-то насилие является более важным, какие-то насильники являются более опасными, какие-то жертвы являются более нуждающимися в защите или менее, там нужно еще можно пренебречь каким-то насилием. Нет, но обязательно нужно говорить о том, что есть насилие, о котором говорят, о котором удобно говорить, о котором даже выгодно говорить. И есть насилие, о котором предпочитают не говорить. И в данной ситуации получается, что мы забываем в том числе то насилие, которое совершается и в отношении мигрантов самих, и когда насильниками являются как члены их сообщества, как представители титульной нации, правоохранительных органов, все кто угодно. А вот основная вещь, которую я хотел сказать. Говорили про интеграцию, говорили не очень много. Это как раз, в принципе, та тема, которой занимается довольно плотно наш исследовательский центр в Академии народного хозяйства. Но тут важная такая тема, которая проходила красной нитью через и то, что Мередит говорила, и то, что Катя говорила, это то, что фигура женщины часто используется как такой объект для воссоздания, конструирования этих этнических границ. Это может быть как с одной стороны, со стороны местных, так и со стороны самих мигрантов. И тут я вспоминаю случай появления такой группы, направления «Патриоты Кыргызстана».
Это такая группа мужчин, которая появилась в какой-то момент в России, которая начала выкладывать в интернет ролики с изображением того, как они отлавливают девушек из Киргизии, которых они подозревают в каких-то отношениях там, с таджиками, узбеками, русскими, дагестанцами, не киргизами, и решают их наказать за это. И для них очень важна вот эта вот чистота киргизской нации, очень высокая ценность того, что ты киргиз, и ты киргиз, и я киргиз, и в общем, мы должны, именно на женщину возлагается ответственность за то, чтобы вот эта вот нация киргизов, она вот сохранялась, воспроизводилась, и все киргизы, независимо от того, вообще знакомы они, не знакомы, воспринимаются как такая единая семья, в которой за женщинами нужен присмотр, за девушками особенно, если они приехали незамужние. И молодые люди, даже если они совершенно не знакомы, они считают себя вправе сделать замечание, пригрозить, угрожать и даже применять физическое насилие в отношении тех киргизов, которых они не знают, но считают, что имеют право наказывать за что-то или предупреждать. Пожалуйста, как группа называется? Патриоты Кыргызстана. И что удивительно было для меня, по крайней мере, что довольно много девушек, с которыми я разговаривала, рассказывали про то, что либо у них был опыт столкновения с, не обязательно именно с этой группой, но с мужчинами, которые делали им замечания, угрожали как-то, либо у них знакомых был такой опыт, и они поэтому себя ограничивают в том, как они себя ведут в России. Например, они не рассматривают варианты, если они, например, не замужем, не рассматривают варианты заключить брак с кем-то не киргизом, потому что говорят, ну вот знаете, вот могут быть последствия, поэтому, пожалуй, посмотрю-ка я лучше на киргизов. И возвращаясь к теме интеграции, закольцовывая, вот мы думали, что можно сделать в этом случае. И стало понятно, что люди, которые живут в социальном плане так вот герметично, приехали из одного кишлака или из одного аила в Россию, общаются с теми же земляками и родственниками, с кем они общались и в Киргизии, сохраняют вот тот же свой жизненный мир, те же представления о том, как нужно жить, как можно жить. И в тот момент, когда они начинают общаться с другими людьми, с теми, кто из других стран, из России, не из России, они понимают, что а вообще вариантов-то больше, и люди-то есть разные. И в этом смысле то, чего я хотела услышать от Мередит, в том числе, что мне было интересно, про какие-то меры интеграционные, которые бы предлагались в отношении там, беженцев, потому что ну, в России, в Москве, по крайней мере, чуть-чуть легче с тем, что у нас нет гетто, у нас нет этнических районов, в принципе, поэтому все так вот рассеяны. Не значит, конечно, что все общаются, но, тем не менее, нет таких вот прям сконцентрированных районов. Ну, наверное, все. Wir sind tatsächlich für Einwanderer gedacht, also für Menschen, die in Deutschland dann auch bleiben, die haben dann aber einen anderen Status. Das ist vor allem für Menschen aus der Europäischen Union und dann gibt es sie auch für also Menschen aus der Türkei oder so, je nachdem. Also es, diese Maßnahmen gibt es schon. Aber Deutschland ist jetzt auch wirklich nicht das Integrationsparadies. Also das ist auch eine Kritik, die eigentlich sehr verbreitet ist, dass nicht genug getan wird. Занимаются детьми беженцев и разные образовательные программы. У нас есть программа детских ребенков, инкубаторов, в которой участвуют эти дети. Но надо сказать, что этот центр, он в последнее время, ну, в общем, у нас на государственном уровне не очень поддерживаются такие программы, а также, как и центр сестры, как мы знаем, недавно прекратили финансироваться, да, государственное финансирование. И вот этот центр адаптации, он недавно лишился помещения. И во многом все эти инициативы, они носят такой низовой активистский характер, то есть это просто держится на каком-то таком, просто героизме людей, которые этим занимаются, личным большим энтузиазмом и вкладе. И много разных, собственно, вот, существует низовых активистских
инициатив, в том числе арт-активистских, то есть художественных проектов. И вот у нас сегодня присутствует тоже участница нашего фемкомбера, основательница проекта «Urban Feminism», Ульяна Боченкова, которая вместе с Сашей Тановер делает проект «Urban Feminism», связанный в том числе с проблемами насилия, и они проводили ряд круглых столов. Например, один из них назывался «Как вернуться живой домой с дискотеки». Вот я хочу пригласить Ульяну, чтобы она немножко рассказала. Это как раз иллюстрация того тезиса, что как бы женщине сегодня в нашем большом городе вернуться в живой дискотеке не так просто, и это не только за проблемы миграции, а это в целом за проблемы системного насилия, сексизма и прочего в современном обществе. Там, допустим, как материнская инфраструктура, социальная изоляция молодых родителей в городе, так и проблемы насилия, каких-то ежедневных разных, так сказать, градаций насилия от домогательств до там, сексуального насилия и вообще безопасности. И что для нас важно в этих дискуссиях, чтобы был слышен голос как бы персонального опыта насилия и сопротивления насилию. И, конечно, заявленная тема, она действительно вызов. И такой как бы очень сложный интерсекциональный вызов, да, широкого очень спектра вызов. И я как бы вот в растерянности была до дискуссии о том, с чем я могу быть тут полезна. И во время дискуссии я тоже все время как бы думала на эту тему. И насчет как бы персонального опыта, вот есть история моей подруги, которая была этим летом в Берлине на летней школе художественной, и она тоже возвращалась поздно домой, в свое жилье, в хостел, и ее окружили дети, мигранты, подростки, и начали ее трогать, и как бы, ну, она как бы не могла ничего сделать, потому что это дети, да, и, в общем, но ей было неприятно, она почувствовала себя как бы, да, изнасилованной морально и вообще как бы фрустрирована была, да, и проходила вот группа людей молодых, которые сказали, что обязательно нужно заявить об этом как бы в полицию, нельзя это оставлять так, вот, она как бы в итоге, она, ну, не была готова там бороться, она просто была фрустрирована и как бы не знала, что делать как бы с насилием, отходящим от детей, мигрантов, да. Вот. Но там как бы патрули проезжали мимо, и в общем эти люди, которых она встретила, они как бы рассказали патрулю об этой ситуации, и полицейские повезли ее в там какое-то рядом находящееся гетто, где как бы на ее глазах заставили выйти всех людей, взрослых и маленьких, как бы повернуться там руки за спину, и чтобы как бы она их дознавала, вот, и это было очень, очень травмирующе как бы для нее, как для феминистки, и как бы, да, действительно, это такой вызов, что непонятно, как бы это не вопрос, вопрос ко всем, как бы, ну, как бы, да. Называемые науки, там, которые изучают дистанцию разную в гендерную или в разных культурах. Мне кажется, что это, может быть, как, ну, является важной частью вот этой, как бы, и интеграции, и как-то образовательной части, и для той, и для другой стороны, да, вот разница дистанции, вообще разница в жестах, поведении, вот. Угу. Еще затронуто, по крайней мере, я не услышала, это мнение Лилит Мазикиной, она не смогла присутствовать, но с ее разрешения я зачитаю ее мнение по этому поводу. Лилит Мазикина – это журналистка, писательница, цыганка и редактор портала о цыганской культуре, но также феминистка и активистка. Всплеск расизма в первую очередь бьет по женщинам. У женщин это не сложение дискриминации, это дискриминация плюс дискриминация, это дискриминацию умножить на дискриминацию. Я заметила, и этого не было год назад, это свежий всплеск. Когда идет мусульманская пара, никто не пробует сделать замечание мужу, даже если он ведет себя неуважительно или насильственно. Но часто в сторону женщины в хиджабе раздаются выкрики и даже попытки его сорвать.
Именно женщина видится угрозой чем-то, на что неприятно смотреть из-за платка. Но вопрос, кто решил, идти ли ей в платке, насколько это ее решение, никого не интересует. С цыганами то же самое. Любой всплеск ненависти к цыганам – это нападение на девочек и женщин. Это повышение агрессии в семье. Потому что мужчины свою нервозность в патриархальной семье выплескивают на домашних. И крайне всегда окажется женщина. Стоит только повысить градус с нетерпимостью. К сожалению, даже феминистки не хотят видеть этих последствий и думать о них. Феминистки, которые в случае с домашним насилием осуждают обвинения жертвы, говорят о системном угнетении, о вдавливании ролей и паттернов. Как только ситуация касается не белых цветных женщин, они начинают говорить о выборе, о свободном выборе, о том, что пусть эта женщина просто сделает что-то со своей ситуацией сама. Феминистки, не относящиеся к расам, национальным меньшинствам, к непопулярным религиям, также отказываются зачастую понимать, что опыт принадлежности к ним, включая опыт вытекающей дискриминации, является важной частью идентификации женщины. Ее нельзя просто выбросить, как нельзя просто выбросить сексуальную и романтическую ориентацию. Есть и другой аспект. Любая национальная культура на 80% создается и принадлежит женщинам. Это и большая часть фольклора, и бытовые привычки, и обрядность. Это все продукт женщин, их собственность. Почему же отказываться должны от того, что им принадлежит женщины, а не мужчины? Почему отказываться надо от всего и разом, а не ориентироваться на андроцентризм практик насилия над личностью? Не случайно набирает силу феминистское цыганское движение. Цыганки знают по опыту, что большинство из них, отказавшись от важной части своей идентичности и от принадлежащих им культурного наследия прабабок, останутся при том же дискриминационном опыте, поскольку бьют, цитирую советский анекдот, по лицу, а не по паспорту. Потому они борются за отказ от отвратительных пережитков прошлого внутри своей культуры. Они просто выходят из нее. Они женщины, и культура принадлежит им. И они меняют ее у нас на глазах, потом и кровью, с тем, чтобы принадлежащая им культура не оборачивалась против них самих же. Все, спасибо. С интеграцией мигрантов и вообще с местными сообществами. Насколько местное сообщество есть или их нет, или и кто в них включен, кто в них не включен, и какие местные сообщества способствуют интеграции мигрантов, каких мигрантов, какие не способствуют. И мы заметили, что вот детские площадки, там, где общаются в основном мамы с детьми, это такие удивительные пространства, опять же, конструирования этих этнических границ, потому что, наверное, ни в одном другом общественном пространстве района не было настолько сильных, экспрессивных выражений в адрес мигрантов. Детские площадки – это всегда места, где какие-то конфликты между детьми происходят, и всегда вопрос, как тот или иной конфликт будет фреймирован. И вот очень много конфликтов, которые происходят между детьми, такими беленькими и черненькими, они фреймируются именно как такие этнические конфликты, что вот мама-мигрантка, которая еще и в хиджабе, еще и, не дай бог, плохо говорит по-русски, она науськивает своего ребенка на то, чтобы он подошел и вот лопаткой ударил ее ребенка. Это, конечно, поразительно. И в этом смысле, если мы говорим про то, что мы можем сделать, варианты налаживания отношений на детских площадках, потому что это, в принципе, отличная площадка для интеграции любых там, мам, родителей, потому что независимо от того, приехал ты недавно в район или живешь ты тут всю жизнь, ты находишься тут какое-то время, находишься тут с периодичностью, у тебя есть некоторое время, у тебя есть некоторые общие потенциальные темы. И другие мамы там, из российских других регионов, они, в принципе, хорошо интегрируются через детские площадки. А вот женщины-мигрантки, которые плохо говорят по-русски, не дай бог, в хиджабе, это, конечно, для них большой стресс. И вот попытка наладить какие-то отношения внутри детских площадок – это то, что, в принципе, любой человек, любая инициативная группа без всяких вмешательств государств может сделать, и это будет иметь большой эффект. По поводу исламского феминизма в Европе. Мы примерно представляем, что есть
феминизм на Ближнем Востоке, мы примерно представляем, что есть феминизм западный в его классическом понимании. Но у меня вопрос об исламском феминизме именно в Европе. Потому что это интересно с той точки зрения, что мусульманки в Европе, если они борются за то, чтобы не носить хиджаб, вместе с этим хиджабом они в том числе рискуют потерять свою идентичность. И у меня какое-то недопонимание исламского феминизма в Европе. В чем его цели, задачи, возможно? Потому что со снятием хиджаба в том числе теряется идентичность. Я предполагаю, там несколько движений, направлений внутри исламского феминизма в Европе. Может, вы имеете какое-то представление? Спасибо. Kopftuch festmachen. Ich glaube, das ist tatsächlich eine Fehlinterpretation auch von Nicht-Moslems. Im Prinzip, also die muslimischen Feministinnen, mit denen ich zu tun habe oder die ich kenne, die kämpfen vor allem dafür, dass sie das Kopftuch tragen können, wenn sie das wollen, weil nicht jede Muslima will ein Kopftuch tragen und es trägt auch nicht jede gläubige Muslima ein Kopftuch. Aber die das wollen, die kämpfen, also letztendlich geht es darum, eben zu ermöglichen, dass die es tragen wollen, das tragen können und die es nicht tragen wollen, es nicht tragen müssen. Und es hängt ja dann immer ein bisschen von der Gesellschaft ab, in der man lebt. Also es ist eben, wenn man in Saudi-Arabien lebt, dann ist es komplett unmöglich, kein Kopftuch zu tragen als Frau. Da ist das Kopftuch, dann kann schon ein Mittel der Unterdrückung sein. Wenn man in Frankreich lebt wiederum, dann hat man das Problem, dass man eigentlich als Kopftuch, wenn man ein Kopftuch trägt, also diskriminiert wird und zwar stark. Und in Deutschland ist das teilweise auch so, dass man seinen Beruf dann nicht ausüben kann oder in bestimmten Berufen nicht arbeiten kann, wenn man währenddessen das Kopftuch tragen will. Dann ist es, um noch kurz bei dem Thema islamischer Feminismus zu bleiben, oder muslimischer Feminismus, geht es, glaube ich, auch gar nicht so viel um das Kopftuch, sondern es geht da schon auch darum, die Verhältnisse zwischen Frauen und Männern in islamischen Gesellschaften zu verändern und tatsächlich auch gleichberechtigter zu machen. Und natürlich geht es Muslimas, die jetzt in westlichen Gesellschaften leben, auch darum, dass sie innerhalb dieser Gesellschaften genauso frei oder selbstbestimmt leben können wie ihre nicht-muslimischen Geschlechtsgenossinnen. Ja. На самом деле существует ряд исследований, которые подтверждают, что женщины, которые даже по своей собственной воле занимаются проституцией, в подавляющем большинстве или даже полностью все в детстве или просто в прошлом опыте подвергались либо сексуальному, либо эмоциональному насилию. В этом смысле это, мне кажется, тоже важный аспект, как насилие, направленное на женщин, да, влияет на ее дальнейшую судьбу и может принимать такие формы, которые дальше могут обществом осуждаться, не приниматься, тем самым еще сильнее как-то ее виктимизировать, получается. Вот, ну, это скорее просто комментарий к затронутой теме. Спасибо. Или мне кажется, что Мередит в своем докладе как раз говорила о том, что, не знаю, сексизм или расизм – это вещи одного порядка, да, это про унижение человеческого достоинства. И сейчас маленький комментарий к языку, и, в принципе, по-немецки выступление Мередит называется «Женщина и чужой». Но на русский язык эта проблема именно вот та, которая курирует, или проблема в том числе и с сексизмом в российском обществе, была переведена как «Женщина и чужестранец». И я просто следила за всеми выступлениями и вашими вопросами. И когда вы говорите про интеграцию, про образование, вы всегда словно рассматриваете группу тех самых чужестранцев, то есть вы ее как бы определяете, как группу каких-то дикарей, я не знаю, как группу более низкого порядка. И это ужасно печально, потому что, наверное, как бы и в России есть проблемы, не только в России, в том числе и в Германии, с образованием не только, наверное, для этих исключенных групп или действительно чужестранцев, но и образование для немцев или для россиян, чтобы они, когда они говорят об исламе, они понимали, что есть ислам, например, да,
и, может быть, читали книги, или даже феминистки читали книги о женщине в исламе, и что есть часть ислама, или часть ли ислама, например, платок или хиджаб, или это какая-то культурная традиция, которая сформировалась в странах, где ислам является доминирующей религией. Вот. В России, мне кажется, сексизм, и вы помните скандалы последнего года, больше всего транслируется через язык. Но вот сегодня, мне кажется, что, и мы должны обратить на это внимание, часто, очень легко, но через язык транслировался вот этот самый нечаянный расизм, что, как я повторюсь, вещи одного порядка, и, по-моему, об этом как раз и был доклад Мэри. Спасибо большое. Вопрос недопонимания. А вопрос, значит, о том, что не стоит ставить разницу, ставить знак равенства между теми людьми, которые совершили, в частности, насилие над женщинами в новогоднюю ночь в Кёльне, и беженцами, потому что в первую очередь, как скажем, согласно статистикам многочисленным, насилие исходит во многом не от тех людей, которые находятся сейчас в статусе беженца или находились в статусе беженца несколько лет назад, а от людей, которые находятся во втором-третьем поколении. То есть не обязательно беженцев, то есть просто как бы их родители, бабушки, дедушки были иммигрантами, и как бы это показывает нам, как бы другим участникам европейских обществ, то, что это вопрос недостаточного количества усилий, приложенных нами к интеграции этих людей, то есть как бы сексуальный террор, да, если можно его так назвать, почему нет, становится инструментом в руках не людей, которые оперируют, собственно, ценностями патриархата, которые они привезли с собой из каких-то иных культур, а является инструментом неопатриархата, в который вовлечены люди, которые чувствуют себя недостаточно интегрированными, выкинутыми за борт жизни, да, недостаточно у них доступ к различным благам, которые есть у других участников европейских обществ. Мой первый вопрос, связанный как бы с этим комментарием, существуют ли какие-то подобные позиции у каких-то активисток или, может быть, у каких-то участников других инициатив в Германии? Вот, если существует, то что именно они подразумевают под интеграционными мерами, которые, может быть, нужно предпринимать, потому что сегодня об этом заходила речь, и заходила на несколько, как мне казалось, вскользь, если возможно, раскрыть это. Я бы с удовольствием услышала какой-то более подробный комментарий на эту тему. И мой последний вопрос. Буквально несколько дней назад в какой-то из англоязычных газет, к сожалению, забыла в какой, я встретила версию о том, что произошедшее в новогоднюю ночь в Кёльне было не результатом никакой самоорганизации, а было инспирировано какими-то, скажем, силами, которые бы хотели расшатать, скажем, существующую ситуацию в немецком обществе сейчас и раскачать ее в сторону, в более правую сторону, да, склонить вправо. Существует также версия, в том числе, что, может быть, это нелегкая рука Российской Федерации. Вот, собственно, мой второй вопрос о том, что вы думаете в связи с такими версиями. Считаете ли, что они имеют какое-то право на существование или нет? Спасибо. И когда вы говорили о женщинах, то, что женщина воспринимается как объект извне, да, то есть, ну, женщины-иностранцы, инвалиды, например, это социально более слабые слои. Но я хотела бы, мне кажется, такой момент отметить, что сам женский пол, сами женщины между собой, это очень такая гетерогенная группа, и очень много мизогинии происходит внутри этой группы. И часто с внешней угрозой, это вот, например, физическое насилие, а то, что внутри происходит, это эмоциональное осуждение. Вот как Анна рассказывала, то, что киргизские женщины говорят, мы не хотим строить нашу личную жизнь так, как мы бы хотели, потому что нас за это осудит общество, и мы тогда, ну, выбьемся из наших традиций. И мне кажется, это проблема не только вот традиционных обществ, как киргизское или сейчас там российское, где традиционные ценности продвигаются, но также и европейского, потому что я много раз слышала, например, ну не осуждение, а некоторые клише относительно русских женщин, то, что мы выглядим так, что нас, ну,
своим жестным видом или ношением юбок, или тем, что мы используем косметику, мы сами подписываемся на то, что нас не будут воспринимать серьезно. И мне говорили о том, если, ну, в Германии, если ты хочешь, чтобы тебя воспринимали серьезно, то веди себя более мужеподобно, не подчеркивай свою женственность. И мне кажется, это одна из проблем, что вот женщины должны тоже себя сами уважать и, ну, как сказать, не загонять себя в эти рамки и не осуждать других. И тогда в целом наша группа станет сильнее, и нам станет проще бороться с внешними проблемами. Спасибо.